Итак, всем привет! Видео создано специально для канала Игры ВК. И сегодня я решил сделать видеообзор на игру под названием Wormix. Игру оценили в 4,5 звезды. Жанр игры аркада. И в эту игру играет 17 миллионов участников. Итак, запускаем игру. И ждем ее загрузки. Так, началась загрузка у нас. На картинке какая-то печка. Пытаются башни какие-то стреляются. Так, мы уже загрузили половину. Долговато грузится игра. Но не зря в нее играет 17 миллионов. Игра, наверное, довольно интересна. Сейчас мы узнаем это. Так, загрузка карты. Приложение запрашивает доступ к вашим данным. Выводить ссылку на приложение в меню слева. Ставим галочку. Цель обнаружена. И нажимаем разрешить. Добро пожаловать в Wormix мир. Суровый и опасный. Не будем тратить время на болтовню. Сразу к делу. Нажимаем далее. Первое, надо научиться перемещаться. И как можно скорее найти себе какое-нибудь оружие. Видите ящик? В нем спрятано ружье. Подойдите к ящику, используя кнопки. Клавиши А, Д и стрелочки влево вправо. Возьмите оружие и потренируйтесь. Так, идем. Берем себе оружие. Ящики. Отлично, теперь стреляем. Если вы не умеете стрелять, Wormix вам будет очень непросто. Цельтесь, используя кнопки. Клавиши вверх, W и S, и стрелочки вверх-вниз. Видите маркер? Цельтесь прямо в него. Так, целимся в маркер. Ну а как же стрелять? Enter. Shoot. Ага, стрелять нам на клавишу пробел. Чтобы выстрелить, нажмите пробел. Так, нажимаем. Какой выстрел у врага не было бы шансов. Так и надо, Wormix. Поздравляем, вы только что прошли первую миссию. Победа! Идем далее. За миссию мы получаем 12 опыта и 40 фузов. Нажимаем следующее задание. Карта загружается. А что вы будете делать, если окажетесь, например, здесь? Прыгать. Так, подходим к стрелочке, нам показывают. Нажмите кнопку F или клавишу Enter, чтобы прыгнуть вперед. Прыжок. Чтобы запрыгнуть на это препятствие, необходимо выучить специальный прыжок. Сальто назад. Повернитесь спиной к стенке и нажмите R или клавишу Backspace. Прыжок. Чтобы R, прыгаем. Хорошо, в ящике лежит дробовик. Нашел. 5 дробовик. Теперь проверим ваше оружие в деле. Запрыгните наверх и уничтожьте цель. Цель уничтожена. Отличная работа. Победа! Далее. Опять получаем 12 опыта и 40 фузов. И мы получили второй уровень. Нажмем следующее задание. Так, погоди, так. У меня. Еще один секрет хорошей стрельбы. Ветер. Ветер может очень сильно помочь или навредить. Все зависит от вашего мастерства. Здесь вы всегда можете увидеть силу ветра и направление. В Wormix много хорошего оружия, которое подвержено влиянию ветра. Например, по звуку. Все ваше оружие хранится в рюкзаке. Нажмите на игру. Берем по звуку. Для базуки также необходимо правильно выбрать силу выстрела. Сила регулируется нажатием на пробел. Так. Вот наша цель. Прицельтесь по маркеру и стреляйте смело с максимальной силой. Зажмите и не отпускайте пробел. Так, целимся. Нажимаем пробел на глаза. Цель уничтожена. Отличная работа. Пробуем еще раз. Ты погоди, у меня. Так, целимся. Вот.
Вот как ветер влияет на наш удар, на наш выстрел. Берем арсенал, берем гранату. А теперь ваш ход. Прицельтесь и выстрелите с максимальной силой. Ничего себе. Стоп, стоп, что-то вы разошлись. Пожалуй, мне пора уносить ноги. Здесь опасно. Мы не успели дочитать, так как прошли уровень. Мы получаем опять 12 опыта и 40 фунтов, ну, как обычно. Так, загружается следующий уровень обучения. Итак, что теперь будем делать? Сейчас я покажу пару основных инструментов для преодоления препятствий. Для начала подбери ящик с отбойниками. Что же это такое? Нашел. Ага. Отбойник позволяет пробить длинный проход вниз. Как он работает? Смело жми пробел. Так, зажимаю пробел. И роем землю. Жду приказа. Вот так действует отбойник. Перейдем к следующему инструменту. Сварка. Возьми ее в этом ящике. Нашел. Сварку. Сварка позволит тебе прорыть длинный тоннель в любой преграде. Подойди к этой стенке. Нажми пробел, чтобы прорыть тоннель. Ну, это не я. Открываем себе тоннель. И берем следующий ящик. Помни, что и отбойник, и сварку можно всегда остановить в процессе работы, нажав пробел. Мы вернемся к твоему заданию. Подбери ящик. Нашел. Ящик, ты подобрал динамит. Бойное оружие, особенно для своей цены. Расскажу, как им пользоваться. Что далее? Динамит кладется под ноги твоего бойца. Подойди к мишени, нажми пробел и тут же отбегай подальше. Так, кидаем динамит. Прыжок. И быстро отбегаем. Поздравляю, цель уничтожена. На этом наше знакомство с новым оружием завершено. Победа! Спасибо. Опять получаем 12 и 40. Так, берем следующее задание. Вперед! Думаю, тебе надоело уничтожать мишени. Правильно. Предлагаю посмотреть на реальных противников. Мы будем использовать мины, базовые и очень полезные оружие. Выбери мину в рюкзаке. Так, берем мину. Конечно, можно просто поставить мину под врагом, но в таком случае мы получим всего лишь слабую версию динамита. Мы поступим по-другому. Подойди под стрелку, поставь в этой точке мину, нажав пробел, не отходи на исходное место. Прыжок! Так, ставим мину. Бой! Прыжок! Убегай на исходное место и хватай ящик. Нашел. Стреляй в зомби, выстрел его отбросит на мину, которая нанесет дополнительный урон. При необходимости добей врага быстрого ничья. Хорошенько запомни этот способ. Если рядом с миной в момент установки нет врагов, ход она не потратит. Второй зомби намного сильнее. Сейчас мы с помощью мины сбросим его в воду. Выбери мину в рюкзаке. Берем мину. Прыжок! 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 Ложись! Так. Теперь тебе нужно взорвать мину, не потеряв ход. Аккуратно приблизься к мине, и как только она запищит, отходи обратно. Прыжок. Отлично. Прыжок. Теперь осталось подобрать оружие. Итак, у тебя в руках бита. Думаю, ты догадываешься, что с ней делать. Подходи вплотную к врагу и жми пробел. О! Так. Мы скинули противника в воду. Прекрасный удар, на этом обучение закончено. Не стесняйся применять полученные навыки в реальном бою. Победа! Далее. И мы прошли обучение. Так, бонус за достижение уровня. Мы получаем 150 фузов, 10 здоровья, 2 очки параметров, 3 реактивных ранца, 4 сверлящие ракеты, плюс 4 дробовика, 4 УЗИ и доступные новые вещи в магазине динамит. Так, давайте посмотрим на магазин. Что у нас в магазине? Так, в магазине продается разное оружие, которое мы можем купить. Так, покупаем бойник, динамит. УЗИ нам уже не хватит.
Но мы не можем купить все оружие сразу, так как нам нужен уровень. Чтобы поднять уровень, нам нужно играть против противника, зарабатывать на этом деньги. Так, дальше, что есть еще в магазине? Шапки. Шапки нам дадут характеристики. Здоровье, броню и... что еще? И процент максимального ХП. Также атака. Так, вот такие шапочки есть в магазине. Также артефакты и усилители. У вас бонус. Жмем бонус, собираем 50 плюсов. Все. Что еще? Есть еще арена. Так, у нас есть три миссии. Разведка, ликвидация и сражение. Это я вам покажу в следующем видеоролике. Итак, видео было создано специально для канала ИГВК. Подписывайтесь, ставьте комментарии. И ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч.